Мы встали в очередной набор. Хороший такой поточек. Я думаю, что Клаус больше этот набор взял не из-за того, что набрать надо, а из-за того, что просто полюбоваться, как красиво вокруг. И позволить мне отснять это вам. Мы с ним обсуждали, как вообще лучше делать съемки, кадры. Вот эти иногда панорамы, как вокруг красиво. Ну, вот прям потрясающе. Смотрите. Вот это вот как раз все эти куршавели и прочая шняга. Сейчас куршавели я вам покажу, где... Ну, не сам куршавель, а где он... За какой горкой? Вот, за вот этим склоном. Вот сейчас показывает крыло. Вот там за перегибом этот куршавель. А это какой-нибудь там соседнее что-то. Ну, тоже, видите, одни домишки, 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 домишки. И какой огромный простор для катания. Вот они, склоны такие вот прям... Идеальное, конечно. Такое все, ух. Да, и в этом году все стоит. Все стоит. А мы над этим всем улетаем. Да. Лыжи я тоже люблю, друзья. Катаюсь я на фрирайдовских лыжах. Это, знаете, не потому, что я такой настоящий... Как Клаус делся. Боевой фрирайдер. А потому, что у меня друг есть такой. Дринкин слетает на... Сейчас большой авиации пилотом первым наконец-то он самый КВС второй пилот, который налетал, наверное, больше всех в чашке второго пилота, потому что вечно его не повышали, потому что он там, ну, классный, свободолюбивый человек, я его обожаю. Вот, и он там то так накосячит, то так накосячит, при том, знаете, там, ну, так, то в туалете покурит в самолете, то еще что-нибудь, а его заложат. Его же бортпроводники. И так вот он и сидел у этих вторых пилотов. Потом, наконец-то, все-таки попал, стал КВСом. Так вот он до того, как стать летчиком, ну, он там на Ту-134 летал, потом, в общем-то, переучился. Вот пока он не переучился, он работал продавцом в экстрим-магазине, там экстрим-центр. И как-то я спросил: Юрка, лыжи, он на меня посмотрел, говорит: Волков, да ты по морде своей прирожденный фрирайдер. Давайте фрирайдерские лыжи продам. Я говорю: Юр, я на обычных-то кататься не умею. Слушай, да ты быстро втянешься, сразу пойдешь настоящие боевые фрирайдеры. Клаус тоже путает лево-справа, заикается иногда. Так, он прям выгнал меня из потока. Ага, обгоняет. Да. Итак, я, друзья, вот таким этим интересным способом стал настоящим боевым фрирайдером. Я, конечно, был как этот, с этими лыжами поехал в Банско. К счастью, выпал, конечно, этот глубокий снег. Я начитался там, как там, на что опираться, куда отклоняться. Выглядело, конечно, комично. Но потихонечку раскатался, немножечко начал гонять по этим елочкам, между елочек, в лесу там. Когда ты там встаешь, а у тебя по самые уши снега. Самое тяжелое потом на эти лыжи встать. Не знаю, мне понравилось. И, конечно, моим триумфом было, когда на Пик-де-Бюре здесь у нас во Франции, я там после, не знаю, 8-летнего перерыва натянул эти лыжи и гоню там по просеке. А надо мной едут настоящие боевые фрирайдеры, кто действительно умеет. И там свистят, показывает: молодец, типа круто, чувак. Ну, такое, знаете, приобщение к братству. Ну, я думаю, что надо мне, наверное, все-таки взять обычные лыжи, научиться на них. Ну и так... Потому что уж очень я редко катаюсь. Я вот, представляете, летаю над этими горами, живу в 34 километрах от горнолыжного курорта и катаюсь на лыжах раз в год. Какой вот позор. Вот. Больше, видите, занимаюсь монтажом. Ах ты ж ее. Клаус, 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 видите? Монтажом видео всю зиму, а не катанием на лыжах. Работаю для канала «Мечта летать». Меня спрашивают: где работаешь? На канале «Мечта летать» специально работа. Вот смотрите, торчит Монблан, верхушка из облачности. Монблан, видите, сильно выше, чем все вокруг. А, куршавели же, куршавели пролетели. И японский бибок где-то справа остался. Так, или куршавель, или Клаус. Лучше хрен с ним, с куршавелем. Главное, в Клауса не врезаться. А Клауса я потерял. Ну, блин, не куршавели и не Клауса теперь. А, вон Клаус впереди. Поворачиваю чуть направо. Так. Крыло показывает на скалу. Видите? А после нее вниз идет склон. И на его, получается,
восточной стороне находится взлетная полоса Куршавелевская. Это вот этот, я думал, что вот здесь Куршавелевская полоса, нет, она не здесь. Сейчас мы ее увидим, сейчас немножко вперед пролетим, я вам покажу еще раз. А впереди Монблан, двигаемся к Монблану. Справа, друзья, Куршавелевская долина как раз, аккурат. Вот она какая красивая. Саму полосу не видно. Вот она, вот я вот так покажу сейчас крылом. Вот беленькое пятно снега, вот там полоса. Вчера мы набирали вот на этой горочке. А сегодня мы... вот этих облаков вчера не было красивой линии. Дороги на Монблан такой не было шикарной. А сегодня есть. Поэтому мы сегодня к Монблану, я думаю, с северной стороны подойдем. Мы вчера вот так южнее обходили. Ну и дальше на Маттерхорн пошли прямо. А сегодня есть шанс подкрасться к Монблану поближе. Так что... Да. Вот такая отличная погода в Альпах. Ну а слева так все более грустненько. Дорога выводит к Амбервиллю. Продолжаем наше движение. Подходим к облаку. Но облако, посмотрите, какое сочное. Вот прям смотришь на него и думаешь, ну это прям радость реально. Радость планериста, а не облако. И дальше вся цепочка облаков идет в сторону Монблана. Это южная сторона долины. Долина это летом, опять же, часто не работает. То есть сегодня достаточно особенный день. Как правило, допустим, вот облака висят туда, куда крыло показывает. А вот здесь пусто. Пусто-пусто бывает. Но не сегодня. Сегодня тут да пусто-пусто. Посмотрите сейчас, как Клауса жахнет каким-нибудь потоком. То есть, ну, мы уже в зоне, где должно быть скоро. То есть вот планер начинает подрякивать. И я чувствую, ну вот сейчас, вот скоро, скоро будет. Пока, видите, нету. Ну, странно, как-то мы пролетели мимо. Вы посмотрите, пока мы еще не нашли поток, справа какая красивая деревенька с красными черепичными крышами. Вот везде крыши такие серенькие, а здесь прям как мухомор смотрится. Красиво. Ну, подбросило нас немножечко. Но так, чтобы мы под этим облаком что-то взяли приличное, ничего не взяли. Клаус, видите, идет к следующим, потому что в сторону Монблана они тянутся. Где-то мы возьмем. И на планере, конечно, не нужно. Вот сейчас, ну, думаю, можно было бы метаться. Ай-яй-яй, как же мы без потока? А что нам делать? А как же мы будем? Ну, нет, так и нет. Если впереди перспектива есть, проще. Вот сейчас, видите, два облака впереди, достаточно красивых. Сейчас упреждения разные попробуем. Я пойду попробую, возьму южнее немножко. Все-таки мы с Клаусом прочувствовали местность. И дальше это смотрится все тоже хорошо. Мы до самых дальних облаков в конце долины дотягиваемся. И туда дует ветер, соответственно, там в крайнем-то случае... О, Клауса потянуло. Подворачиваю к нему. Меня пока не тянет. Видите, я сумничал. Решил это на разведку сходить. Сходил. И сразу 50 метров ниже. Разведун. Ой. Дурная голова. Рукам покоя не дает. Ну ничего, зато вроде как вписался хорошо. Ну правильно, учитель первым вошел. Он мне показал, как. Как это, двоечник, ученик любой может в такой ситуации справиться. Ну, 50 метров, конечно, как корова языком слезала. Снизу лэп идет по долине, очень такая жесткая. Вот такая прям лэп, прям лэп. Ну и вот мы набираем высоту. Вот этот писк вариометра, он, конечно, живителен. Он просто прям говорит об удовольствии. Вот этот каждый пик-пик-пик, это, знаете, такое поглаживание. Щекотание. Даже я не знаю, чего щекотание. Сейчас я вам как наговорю, меня еще YouTube забанит за откровенный контент. Оп. Ить. И вот сейчас вот ножкой. Ить. Чуть не сбили мы двух орлов. Сзади остались такие брачующиеся орлы. Они практически, такое ощущение было, что сексом в воздухе занимались. Друг с дружкой. Вот, Клаус им помешал. Они на него набросились. Я его прикрыл, но в общем мы от них сбежали, потому что они там сзади остались. Пусть размножаются. Мне кажется, что это очень правильно в воздухе делать. Вот, так что мы продолжаем на Монблан. Он впереди. Не так далеко уже осталось. Дельфиним мы по дороге на Монблан. Клаус подворачивает направо. Пока я еще не догадался, зачем. А, хочет... Видите, в сторону Монблана, да, в сторону Монблана-то больше ничего нету.
вот эти облака присутствуют какой-то выше, но мы не пройдем скальнички вот эти, поэтому он хочет выйти немножечко в центр долины под облака, может быть, под ними набрать еще и опять продолжить движение. Видите, планеристы, они ходят конем. Мой копайлот Матуза всегда говорит, а теперь мы делаем ход конем. И вот мы ход конем раз, и все нормально. Красота-то какая. Там панорамку местности, пока мы двигаемся с Клаусом к ближайшим облакам. Монблан по левый борт. Вышли на облачную гряду. Продолжаем движение в сторону Монблана. Ну, сейчас будем с Клаусом прыгать, как молодые козлики. Вот он прыгнул, я еще не дошел до этого. Причем он прыгнул, оп, теперь прыгнул я. И он становится в спираль. Значит, будет набор. Значит, и я в спираль. Закрывок переставить. И смотрим, что здесь такое. Ну, ни о чем. Ну, бывает и так, раз, и мимо домика. Ну, значит, сделаем спираль, пойдем дальше. Что? Нолик. Ну, не в минусе. Оп, Клаус протягивает, кардинально протягивает. Соответственно, я тоже кардинально протягиваю. Причем он еще и скорость увеличил. Сейчас посмотрим. Оп, свечка. И что, впишемся, нет? Вписались. Оно! Каждый вот такой, друзья, ух, он, конечно, ух. У меня даже слов не остается. Одни междометия. Видите, Клаус протягивает еще раз. Что такое протягиваешь? Это прекратить полет по спирали, перейти на кратковременно напрямую и опять закрутить. Ну, так можно, конечно, протягиваться, как вот я, например. Не попасть. Немножко не попал я. Не, все, уже не ух. Уже не ух. И Клаус, смотрите, меня обгоняет. Ух. Вот так мимо кассы разочек протянул. И все. И ой-ой-ой-ой. Представляете, на соревнованиях что творится? Вот ты так летишь и понимаешь, что каждый вот это вот не туда ножкой, это минус очко. А то и 10. Каждая секунда проигранная, это очко. Лишняя спираль — это минимум 16 секунд. Минимум 16 очков. Это же просто вот порой летишь и стонешь. Стонешь и летишь. Ну, стонешь в плохом смысле этого слова. Не от удовольствия. Так, эть. Так. Ну, сейчас неплохо, но, честно говоря, это вот уже ерунда. Часто поток на высоте, сейчас скажет Клаус, continue. О, видите, я уже чую. Чую, что учитель скажет. А поток на высоте сродни фонтана. I'm follow you. Крайнее облако из больших перед Монбланом. Явно Клаус будет набирать. По крайней мере, планирует. О, завалил так завалил. Видите? И я также продолжаю. О, красавчик. Так, слабенько. 2 метра, но здесь 2 метра уже надо брать. Дальше будет хуже. Я смотрю, как на другой стороне, на северной. Ой, на, я уже запутался в сторонах. Да, на северной стороне относительно нас хребет Рави пышет энергией. Я вообще хребет Рави болезненно люблю. Я в 10-м году, там, в 11-м году летал там Гранд Барнанди с группой парапланеристов. И очень красиво по хребту Рави мы летали. А когда я учился на параплане летать, там, ну, в 98-м году, 7-м, ну, в 94-м я начал, то был фильм красивый, как один француз такой, весь такой кучерявый, летал по треугольник, по-моему, 150 километров тогда было. Это казалось немыслимым там. Для меня казалось, треугольник 30 километров, это что-то уже из рода фантастики. Но вот он летал тут целый день по этим Альпам, и вот это, я помню, название «Хребет Рави» для меня, с придыханием, там, «Хребет Рави», вообще. Вон он сейчас, Клаус, на фоне «Хребта Рави» проходит. Ну, это не ближний к нам, а вот дальний самый на горизонте. И там классная облачность. Межев там всякие там. Вообще здесь, конечно, вот этот, какой он внизу, куда ни плюнь, какое-нибудь название такое, от которого вздрагиваешь от удовольствия. Так, ну что, Клаус протягивает. Здесь, конечно, хорошо было бы набрать. Тут, в
общем-то, совершенно очевидный факт. Знаете, а у нас поток кончился, было там до 2 метров, и что-то кончилось. Сейчас классический вариант, Клаус протягивает против ветра и на солнышко. Вот это очень правильный прием. Вопрос, сработало это или нет. Ну, вот у меня сработало, заброс есть. Есть, да, 2 метра честных есть. Сейчас посмотрим на кругу, сколько будет. Эть, вроде, ну так, с подвываливанием, но, по крайней мере, больше 1,5 метра, не 2. И до кромки осталось жалких 100 метров. То есть, вот, и потом не доберешь вот эти 100 метров, не будешь себя корить где-нибудь, там, достанешь. Вот я тут не добрал, а потом придется 0,5 метра брать. И, то есть, и ты берешь вот эти 0,5 метра и думаешь, какой же я молодец. Так, куда-то Клаус собрался, говорит, продолжаем. Видите, закрылок за ним. Вот эта грань, добрать-не добрать, она очень тонкая. Я тут полагаюсь на чутье учителя уже исключительно. Он выравнивается в сторону Монблана. Yes, I am following you. I am following you. Да, вот он на разгон пошел, видите, относительно нас пошел вниз. Я не спешу, потому что боюсь его догнать. Немножко отпущу вперед. Вот слева хребет Рави. Цепочка облаков дальняя. Ну, как раз за ней хребет Рави. Там кромка, конечно, пониже, но она явно выше Рави. Это прям очень круто. Может быть, мы туда полетим. Я туда хочу. Вот Маттерхорн опять открыт справа. Но Маттерхорн я уже не хочу. Я уже в этом Маттерхорне столько налетался. И вчера, и вообще... Не хочу на Маттерхорн, хочу на Рави. Гельштальт закрыть, или как это называется? Ай, как он выглядит. А там озеро Анси еще можно пролететь. Знаете, у меня мои парапланерные гены стонут. Я так хочу туда, где парапланеристы тоже летают. Знаете, такое раздвоение личности. Я очень люблю параплан, и я летаю на планере. Я понимаю, что на планере я могу за день успеть больше. Там вообще исследовать небо, конечно, планер – это исключительно потрясающая штука. Но мне очень хочется вот этого... Когда по ногам теплым воздухом дает, волосочки на ногах щекочет этим вот воздухом на параплане. Я же в шортах летаю обычно. Ну, сейчас Клаус сбоку, красиво, на фоне Монблана. Посмотрите, какие кадры. Ой, а мы, смотрите, вот, гляньте, как близко лэп. И вообще, мы, почему мы добирали, чтобы вот этот пересечь перевал здесь удачно. И мы сейчас свалимся в долину Шамани. Я так понимаю, что мой Клаус поведет нас к северной стороне Монблана, мы пройдем. Ну, мы, собственно, по хребту Монблана идем, вот на фоне вершины сейчас как раз Клаус красиво смотрится. И этот, конечно, надо снимать не переставаючи. Я удачно немножко ниже него. Не скажу, что я это сделал специально, друзья, врать я не буду вам, что я вот специально ниже. Я, конечно, мечтал быть выше, как я уже говорил, догнать Клауса утопично. Но как летит, как летит, как летит. А теперь, вот он вчера меня гонял, теперь я его гоняю. Видите как? Хе-хе-хе. Ну ладно, он верит в ученика. И вот мы спокойненько с Клаусом наслаждаясь видами окружающими летим вдоль. Что мы видим? Это вот долинка, она выводит к Шамани городу. Она направо подворачивает, а там Шамани. Шамани, мои Шамани. Ну а мы летим по склону. Вот, мы сейчас до ледника, скорее всего, Монбланского какого-то дойдем. Понятно, что у нас сейчас, чтобы вы понимали, высота 2800. Вершина Монблана там 4 с копейками. Поэтому... Не над Монбланом мы, но рядом с ним. И вы этой всей красотой практически любуетесь под мои рассказы. Thank you.
конечно, мечтал я сегодня. Ну, набирать мы будем облака прямо по курсу. Здесь я уже можно не уточнять. Вот пятна снега желтого. Это все Сахара. Даже до Монблана Сахара все долетает. Представляете? Эх, как хорошо летим, а? Да. Да. Сейчас совершенно не паримся по поводу того, что мы там всего лишь на 2700 метров в высоте. Все впереди хорошенько наберем. И я так понимаю, что 100% рванем на хребет Рави. Хребет Рави уже намного лучше виден. Это не ближайший к нам, следующий. Самое красивое, конечно, впереди. Вот там вершину вы видите сейчас. Ну и Клауса под вершиной. Вершину над Клаусом. А там ледопады такие огромные. Ледничище. Ну очень красиво. Ну а внизу, как вы видите, зелено все. Вот эта долинка, она выводит на равнину дальше. Все, как все просто, да? Вот он, хребет Арави. Вот он, Монблан. Эх! Эгегегегей! А, посмотрите на счастливого человека. Вот я. Счастливый человек, Волков Игорь, который показывает мечту летать и вам. Такую. Такую же офигенную. Хе-хе-хе, какой кайф, друзья. Я прям в глубоком, глубочайшем восторге. Ой, Клаус. Ой, как прыгнул. Эть. Слушай, он тут такой нашел. Эть, закрылок. И вниз прыгнул снова. Не стал останавливаться, значит. То ли считает, что будет лучше, то ли... Не знаю почему, смотрите-ка. 5 метров. А, разведывает. Ага, это я дурак, закрылок опять обратно перещелкнул, думал, дальше пойдет. Просто разведал. Ну, место знакомое, друзья, я здесь не раз уже набирал, когда на Монблане летал. Вот, кстати, параплан снизу тоже скоро на Монблане будет. Парапланеристов здесь, кстати, должно быть табунами. Им запретили на Монблан летать, над вершиной пролетать, после того, как 2 года назад был такой мощный случай. Много очень парапланеристов прилетело на Монблан, и штук 100, ну там 90, я уж не помню, много, короче, в районе 90-100, приземлилось на вершину. И там на вершине, в общем-то, и трещины, и, ну, ты приземляешься, вроде как хорошо, а потом уже тебе нужно взлетать, а высота большая, горняшечка. И вот ты там запутал этот параплан, его пока распутал, пока то, пока сё. В общем, короче, один упал в трещину, и все с концами. После этого висит запретка сейчас над Монбланом, что над ним, во-первых, нельзя летать, а во-вторых, на него нельзя приземляться на параплане. Так что вот так вот. О, а я Клауса обогнал. Друзья, посмотрите. Я обогнал Клауса. Ну, правильно, я тут на радость окручу, вон на 80 км в час, посмотрите. Да, принцесса в одноместном варианте имеет низкую удельную нагрузку и на низкой скорости великолепно. А сейчас на низкой скорости можно вписаться в самое ядро этого потока. Наверное, Клаус просто решил мне поддаться, потому что, видите, он опять на одной высоте, и сейчас он меня уделает. Ученику самолюбие восстановить, что я тоже так могу. Набор у Монблана, друзья! Что я могу сказать? Набор у Монблана, красота. Вершина, конечно, прячется сейчас в этом облаке. Да. Батарейка стремительно садится, 17% осталось. Но мне еще GoPro 9 припасена. Поэтому я думаю, что вот сейчас выключаться смысла никакого нет. Такие кадры нужно показывать, смаковать, как молодое вино. Yes, I'm follow you. Ну, тем более, что, видите, уже Клаус говорит, что мы пошли. Я завершаю вираж. И сейчас буду разгоняться с ним вместе. Оп. Цепляем космы. Пикируем на Шамани. Клаус пикирует на Шамани. Оп. Закрылок у меня уже переставлен. Так. Так, где же Клаус? Только что я его видел секунду назад. Пока на закрылок не посмотрел. Мама дорога. Ай-яй-яй-яй. Не вижу. Не вижу. А, вижу. Справа. Как все сливается на этом фоне. Черточек. Черточек и белоснежечек. О! Друзья, посмотрите справа. Вот она.
Самая красота Монблана вы сейчас наблюдаете по правому борту. Самое что ни на есть красотища. Там дальше на пике следующем стоит Эгюль-Думиди, это смотровая вышка. Но мы, не знаю, до нее может и дойдем, может и не дойдем. Клау свечки делает всякие, а я вам пока... Вот он впереди, видите, в облако свечку сделал. Смотрит, чтобы парапланов не было. Мы, кстати, тоже договаривались о том, что он больше смотрит, я больше снимаю. Ну вот я снимаю вам Монблан. А вот впереди Шамони. Курорт Шамони. Снизу город Шамони. Где-то там как раз под, старт подъемника, который Гюль-Думиди. А мы вот на этот хребтик сейчас подойдем. Здесь тоже есть подъемники. Парапланерный старт здесь есть хороший. Замечательный. Я так понимаю, мы в сторону Швейцарии сейчас еще прогуляемся до конца. Может, вам Женевское озеро еще покажу. Красота. Да. А вот справа, сейчас и крылом покажу, как раз пик Эгюль-Думиди. Вот она чуть за крылом осталась. Сейчас я подверну немножко. В общем, там как раз с Шамони, который вот вы видите сейчас внизу, идет канатная дорога. Я там тусовался, как-то я еще на планерах не летал. Это был где-то 2003 год. На парапланах летал. Первый раз туда поднялся, думаю, блин, как бы пролететь мимо этой штукой когда-нибудь, хоть на чем-то. Но в итоге на параплане я тут не пролетел над этой штукой, а вот на планере, как вы видите. Ну, сейчас мы мимо летим, но было времечко. Я прекрасно здесь летал на планере вокруг этой Эгюль-Думиди. Справа выходит, вот видите, сейчас крыло, перед крылом ледничок. И туда ходит поезд. Представляете, туда ходит прям поезд такой красивый. И каждый год роют пещеру в этом леднике. И старые пещеры спускаются вниз, а молодые пещеры поднимаются вверх. Ну, еще живые, скажем так. И можно по этим пещерам ледяным погулять. Если вы будете в Шамони, вообще в этом районе категорически рекомендую. Вот там как раз куда крыло показывает, где-то там вот этот аттракцион замечательный. Ну и на поезде проехаться по горам. Горный поезд такой, он дрык-дрык-дрык. Какими-то шестеренками там зацепляется, все это очень-очень-очень красиво и впечатлительно. Ну, впереди Клаус продолжает полет. Все замечательно. С левой стороны знать бы название этого хребта. А мы сейчас летим вперед, и в принципе, вот, по-моему, если повернуть налево, попадаешь к Женевскому озеру. Сейчас, так как гряда идет, то мы куда-то туда и двигаемся. Я здесь, вот здесь не летал ни разу в жизни, друзья. И теперь вот я прям меня завел Клаус, куда Макар телят не гонял. Я очень даже этому рад. Он, похоже, в поток встает, но это и правильно. Сейчас панорамочка будет вам. Потому что я здесь, конечно, мечтаю быть как можно выше. И я в каждом полете передаю привет Росавиации. Ну, посмотрите, друзья из Росавиации, как можно организовать полеты свободно. То есть, вот мы летаем сейчас с Клаусом, мы ни слова не сказали еще в эфир. На аэродроме взлетели, сказали, что мы взлетаем, мы декларировали намерение. Ни флайплана у нас, ничего. Ну, и также парапланеристы летают. И вот мы летаем по этим красивым Альпам и летаем. Понимаете, это небо для нас, для него, для Клауса, для мечтателей летать. А товарищи из Росавиации делают из этого неба цирк. Всякие уведомительные системы там. При этом, ну, понимаете, да, что аргумент такой, что у нас люди тупые, дурные, будут только нарушать и ничего хорошего не делать. Ну, так вот, как так относится ко всему народу. Ну, видите, французы по-другому, у них вот такая свобода. Конечно, французы в данном случае, пожалуй, наверное, самая свободолюбивая нация. Ну, недаром первую революцию сбацали. Да и сейчас, буквально, если какой-нибудь небольшой накал страстей, камня на камне не оставят. В общем-то, власть считается с народом. Ну, конечно, может, как там сказать, любители теории заговора скажут, что это... Да нет, да это все иллюзия, никто ничего не решает. Ну, не знаю, как-то здесь, вот видите, никто ничего не решает, а мы летаем в свободном воздушном пространстве и получаем несказанное удовольствие. Сейчас Клаус скажет, что мы продолжаем. Или не скажет.
Нас протягивает просто. Так, идем дальше. Дальше двигаемся. Hello. Да, сказал. Yes, I am follow you. Двигаемся к Швейцарии. Границу швейцарскую, друзья, мы тоже пересечем без всяких заявок. Так что, как можно жить? Как можно красиво жить в мире? Представляете? Вот так. Ну, за свободу. Да, вечером за свободу как раз. Идем по гряде, друзья, очень хорошо. Ну, вот Монблана система осталась сзади. О, Клаус опять в набор встает. Хороший поток. Ну, правильно, почему бы благородным доном и не набрать немножечко. И мы пересекаем границу со Швейцарией сейчас. Похоже, или уже пересекли, или пересекаем. Вот это вот... Коль-дель-фор-класс какой-то. Вот, кто знает. Вот, Коль-дель-фор-класс. Ух! Надо будет посмотреть, что это такое. Да. Ну вот такой, такой величественный пейзаж, друзья. Камеру не выключаю, уже потому что просто... Вот это швейцарская долина уже. Вот вы видите на экранах. Швейцария. Италия. Это Франция. Итак, мы продолжаем достаточно свободно летать. Эх, Монблан затянут облаками. Видите, как красиво мы там прошлись. Да, такого полета у меня еще не было. Этот, наверное, самый пока... Вот уже это самый лучший полет, наверное, за всю историю моих полетов в Альпах. То есть, ну, наверное, надо так... В сочетании со вчерашним. Вчера мы на Маттерхорне были. А сегодня вот так просвистели мимо Монблана и... Летим сейчас, сказал, что мы летим в Швейцарию куда-то там. Мне дико интересно, куда. Я там еще не был. Высота 3200. Идем на не очень больших высотах. Ну, может быть, это и к лучшему. С хвостовая камера есть шанс, что выдержит это издевательство, потому что вчера она замерзла. А сегодня есть шанс, что она хоть что-нибудь да запишет. Ах, Клаус, как же я тебя уважаю глубоко. Ой. Даже моих слов нет. Как это говорить? Не сотвори себе кумира. Я сотворил, друзья, кумира себе. За это как это? Считается ли это грехом? Сотворить кумира. Вот летит мой кумир Клаус. Эй! А я вот считаю, что... А почему бы и не сотворить? Почему бы благородному дону не взять и не сотворить себе кумира? Тем более такого. Кумир это разные бывает. Знаете, как иногда говорят, кто твой кумир, а там мне называют какого-то певца. Или там еще что-нибудь такое, вот очень странное. Я думаю, ну неужели вот нормальный образованный человек способен... Оп. Вау, Клаус красиво сделал такую отворотину. Да. В общем, сотворил я себе кумира. Нет, певцов тоже хорошо, ну... Красиво исполняет что-нибудь, еще чего-нибудь. Но есть же множество супер достойных людей. Почитайте. Не знаю, почитайте про инженера Шуховскую башню. Это, наверное, все знают, что это такого. Вы почитайте про самого инженера, какой гениальный совершенно человек был. Вы почитайте про Антонова Олега Константиновича, про Игоря Волка, летчика-испытателя легендарного, который все время любил приземляться без двигателя и с выключенным мотором. Ну, тоже ж, кстати, тоже мой кумир. Вот у меня много кумиров. Ну, не то, что много, я просто очень уважаю, скажем так, какое-то количество людей, которых всегда хочу видеть в качестве примера. Я их уже назвал. Вот и Клаус среди них. Вот там должно, друзья, показаться Женевское озеро у вас на голубых экранах в дымке. Кстати, я вижу его край. Вижу край Женевского озера. Вы вряд ли его видите. Ой, друзья, страшно. Клаус ушел на другую частоту. Я за ним на хвосте. Теперь я втройне концентрируюсь, потому что Клаус пошел... Вот первый раз я только я успел передать привет Росавиации. Видите, все-таки мы тоже должны выходить иногда на связь. Ну, тут как бы мы выходим уже в такое пространство, где, как это Швейцария, здесь более-менее, более интенсивное движение. И если бы мы шли, как обычно, через Аосту, мы обычно всегда летаем, ну, вот как крыло правое показывает, правее вот там проходим облачками. А здесь мы, вот оно, Женевское озеро, ну, собственно, к Женеве-то уже близко-приблизко.
И Клаус спрашивает, как там трафик, чтобы нам разрешили лететь или не разрешили лететь, ну или вообще там. В принципе, у меня есть транспондер, и у Клауса есть транспондер. Можем включить транспондер и полететь в контролируемом воздушном пространстве, как самолет. Но мы не любим так делать. Мы любим лететь без, ну, когда надо, включаем транспондер, летим как самолет. А когда не надо, а это обычно, мы летим как планер. Я держу Клауса в кадре и показываю вам Женевское озеро. Друзья, надеюсь, вы видите Женевское озеро. Я сейчас даже форточку открою. Посмотрите внимательно. Вот сейчас Женевское озеро будет на фоне... Клаус будет на фоне Женевского озера. О, ну, над ним Женевское озеро. Видите, голубая полосочка? Вот это прям настоящее Женева и Женевское озеро. А мы куда-то дальше летим. Ну как куда дальше? Ой, куда? Я не знаю куда. Вот тут я уже все. Я тут не летал, местности не знаю. Домой я, конечно, вернусь, если потеряюсь. Но, конечно, вот. А это какая-то вот швейцарская огромная долина. А, Маттерхорн-то остался, друзья, справа где-то там. Вот. Мы сейчас, может, к самому длинному леднику к Европе сгоняем. Это будет круть, крутейшая. Так, выключаю эту камеру, друзья. Похоже, с ней все. 6% заряда. А, впереди облака, где мы будем набирать. Клаус летит. С левой стороны Женевское озеро. И я счастливый. Эй! Мы продолжаем!